Мои прекрасные друзья, у нас зацвел миндаль, и пчелы летают. Вот февраль у нас такой оказался. Я надеюсь, что уже все пойдет на весну. Вы знаете, у некоторых остался внутренний ребенок из детства. У меня вот такое есть. Я не перестаю удивляться вот таким вещам. И всегда обращаю внимание на вот эти для кого-то совершенно несуществующие, как они думают, мелочи. А это вообще очень важно. Мне кажется, это главное. Не душить этого внутреннего ребенка, а жить как дитя. Без вот этих внушенных законов, каких-то предложений, сентенций, которые кто-то сказал, что они правильные. Я считаю, что эмоциональная гигиена очень важна. Важно, с кем вы общаетесь и что вы смотрите в мире, на что вы обращаете внимание. Я считаю, что лучше делать только то, что вы любите. Таким образом вы мир познаете, и вам от этого хорошо и радостно, а иногда даже весело. А вот чувство радости, оно порождает энергию чудесную. И когда вы живете душой, вот эта энергия, она получается неиссякаемая. То есть такой вот вечный двигатель. А самое смешное, если вам что-то втемяшилось в голову, какой-то проект, мир подстраивается под вас, и приходят как-то странным образом средства, которые нужны для осуществления этого проекта. А давайте посмотрим на море. Мы же рядом с морем. А вон наше морюшко. Там очень слышно звуки, как пилят плитку циркуляркой, поэтому не хотела туда идти ради вас. Ну вот как-то так. Но закончим миндалем и миндалем. Ну, в общем, здорово это. Но согласитесь, голубое небо и цветущий миндаль. Что еще нужно для счастья вам? Мне только счастье для вас. А у меня уже есть. Делюсь. Люблю. Обнимаю любовью.